Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим виброзвонок на iPhone 6s. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем. Теперь отщелкиваем модуль от корпуса. Это можно сделать металлической лопаткой. Отщелкиваю. Теперь необходимо открутить два винтика виброзвонка. Если на вашем аппарате не работает виброзвонок, в 90% случаев вам поможет просто замена виброзвонка. В 10% случаев проблема иная. Открутили виброзвонок, теперь его вынимаем из корпуса. Вынули неисправный виброзвонок. Теперь устанавливаем новый. Установили. И прикручиваем два винтика. Первый. И второй. Теперь защелкиваем дисплейный модуль. И прикручиваем два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.